О, а еще у меня в кинотеатре секс был. О, тоже мне удивил. Ну, не знаю, билетерша удивилась. Магазин примерочный, не хочешь? Не хочу, было. Она мне потом еще джинсы со скидкой продала. Да ладно. Прикинь. О, я знаю место, где у тебя точно секса не было. Троллейбус, последнее сиденье. Тебя что, контролеры поймали, что ли? Смешно. Ну ладно, давай, удиви меня. В Париже. Прямо под Эйфелевой башней. Да ладно. Да серьезно. А что в Париже? Да ничего. Рассказывайте, кто где был? Ну да, типа того. Вспоминаем, где мы, ну, как бы тебе сказать, фотографировались. Ой, а я тоже очень люблю фотографироваться. Да? Угу. Ну, в Париже я, правда, не была, но зато из Питера у меня целый альбом. Да ладно. Про Москву я вообще молчу. Я здесь на каждом шагу фотографируюсь. В памятниках, в парках. Но одно не очень удобно. Ну, сами понимаете. Понимаю, конечно. Ну, тогда я прохожих прошу помочь. Хорошее у тебя хобби. Ага. А прикольнее всего было в Киево-Печерской лавре. Там фотографироваться, конечно, нельзя, но нам батюшка разрешил. Антон, ты чего? Не обращай внимания. У него сегодня весь день хорошее настроение. О, кстати, я подумала. А может, только живем в одном блоке, а у нас ни одной фотографии? А может, как-нибудь сфотографируемся все вместе? То есть ты предлагаешь групповое фото? Ну да. Можно вот здесь, на диване. Девочки спереди, а мальчики сзади станут. А потом еще и поменяться можно. Можно. Все, я больше не могу. Яночка, прости. О, да, Ян, групповое это сильно. Ух.